16 миллионов рублей будет выделено социально ориентированным некоммерческим организациям из федерального и республиканского бюджетов. Такую цифру назвал министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии. В Доме правительства прошло заседание Кабинета министров, которое провел глава республики. На заседании Кабинета министров приняли постановление о распределении субсидий с федерального и республиканского бюджетов на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 145 миллионов 208 тысяч рублей позволят улучшить жилищные условия 205 сельским семьям. Михаил Игнатьев поручил строго контролировать выделение средств, чтобы они дошли до тех, кто хочет жить и работать на селе. Малого, среднего предпринимательства в сельской местности, мы тоже эту тему обсуждали, на сегодняшний день, конечно, желаю быть лучше, Владимир Александрович. Вот мы и средства выделяем, вы сейчас мониторите, насколько эффективны эти выделенные средства. Вот те министры, которые на самом деле занимаетесь макроэкономикой и плюс там строительство, плюс вообще все то, что сегодня востребовано на рынке, на сегодняшний день надо проводить. Обсудили министры и реализацию программы модернизации здравоохранения, которая закончилась в 2013 году. За два года в отрасль вложили почти 5 миллиардов рублей. Основной акцент был сделан на борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями. По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения и социального развития Татьяны Богдановой, выстроена современная трехуровневая модель оказания медицинской помощи, обеспечивающая ее доступность каждому жителю по месту его проживания. Укреплена материальная база сельской медицины. Чувашия вошла в число лучших регионов, где стабильно низкие показатели младенческой смертности. Сделано немало, но главный результат программы – улучшение показателей здоровья населения. Сегодня Самойлов как раз на коллегии, Веронике Юрьевне, мы обговаривали вопросы дальнейшего строительства нашего хирургического корпуса. В принципе, Ольга Юрьевна тоже знает. Вчера тоже на оргкомитете была, я еще раз поднял этот вопрос. С этой точки зрения, все надлежащие документы, которые нужно представлять, все нужно отследовать для того, чтобы срыва не произошло. Кроме этого, глава Чувашии обратил внимание, что не до конца решены вопросы записи на прием к врачам. Есть нарекания к неэффективной работе врачей общей семейной практики. Вместе с увеличением заработной платы должно улучшаться и качество услуг, заметил глава Чувашии. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика.